153-му дому на Галактионовской 120 лет. Аварийным здание признано не было, но испытание временем не выдержало. В минувшие выходные у здания обрушилась стена, затронув несколько квартир и нежилое помещение. Никто из жильцов не пострадал, люди вовремя успели выйти на улицу. Буквально за 2 минуты прям выбежал из дома. И выбегаю из дома, из подъезда уже падает стена, то есть рушится дом, все. То есть я забегаю во двор, смотрю, нет ли пострадавших, нет, все успели отойти. Сейчас угроза обрушения сохраняется, здание оцеплено. Людей попросили покинуть квартиры. Для сохранности имущества жильцов выставлена круглосуточная охрана. В администрации Ленинского района жителям 153-го дома по Галактионовской оказывают необходимую поддержку. Готов временный пункт для размещения на Ленинской 156. Жильцам оформляют материальную помощь. Все люди здесь составили заявление в установленном порядке. И сразу же департамент опеки взял эти заявления в работу. В самые короткие сроки людям будет оказана материальная помощь. Кроме того, мы обеспечим помощь людям, и транспорт, и рабочую силу для того, чтобы забрать по возможности все, что можно будет забрать из помещений. В работу включился городской департамент образования для решения вопросов по семьям с детьми. В случае необходимости их переведут в другой детский сад или школу. Из районной администрации людей на автобусе доставили в департамент управления имуществом, где им предложили временный вариант размещения в маневренном фонде в Озерном. Таких семей по предварительным данным порядка 13 из 3 получается домов, то есть это Галактион 153 и 2 Лисры дома 151 Лисра и Б. То есть на эти дома находятся в непосредственной близости от обрушенной стены, обрушившейся стены. Вот. В настоящий момент принято решение о том, что угроза чрезвычайной ситуации по этим домам тоже присутствует. Поэтому этим гражданам тоже департамент управления имуществом маневренный фонд предложит. Жилые помещения благоустроены, то есть на полу линолеум, на стенах обои, есть сантехника необходимая. Дом на Галактионовской – объект культурного наследия, а значит, он подлежит восстановлению. Планируется, что здание войдет в федеральную программу по переселению, чтобы жители в порядке очереди в будущем смогли получить постоянное благоустроенное жилье. Сейчас по факту обрушения стены дома проверку проводит Следственный комитет. После ее окончания дом обследуют специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, чтобы определить алгоритм дальнейших действий. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».